привет, с вами снова я, Black Falcon. Сейчас смотрю поединок, который пойдет завтра. Я не помню, какой завтра число, честно. А именно поединок между Эндрю Табити и Усманом Файфевым. Сам где-то 70-30 в пользу Табити. Думаю, он победит либо досрочно, либо лишением. Я скажу, к лишению. То, что я не помню дату, я не пьяный. Это точно. О, мне тут показывают, что сегодня 12 октября. Значит, поединок пойдет 13 октября. Вот так вот. Я в шоке. Но я не понял, как в Порше ваш. Буляни я тут. Стульями кидаешь. Ладно, шутки кончились, и начинается моделирование. Пиши в комментариях, кто победит, на ваш взгляд, и за счет чего. Мне будет интересно почитать. И первым на ринг выходит Эндрю Швель Табити. 16 поединков, 16 побед, из них 13 одержан нокаутом, и ни одного поражения. Так, давайте немного сколько тут добавим. Так. Да, давайте вот так вот сделаем. Надеюсь, меня слышно будет. Его оппонент Усман Файфев. 23 поединка, 23 победы. Из них 16 одержаны нокаутом. И ни одного поражения. Нам тут пока что подсевают Большов. Первый раунд, поехали. Он пока что посматривает друг к другу. Добить попал. Еще ваш. Так, все-таки надо немного добавить, на мой взгляд. Саша, подошел? Так. Давайте так. Держа под Файфера. Попадает Файфер по корпусу, Табити клинчует. И также я судить по пути, что у Табити она сильнее. Там были такие именно как Стив Каннингем или вот Стив Кальода. Восьмен. Клинч. Попадает Табити. Восьмен. Попадает Табити, хук и клинч. Попов живет Файфел. Покоп живет Табити. Также я хочу сказать, что это будет просто в Екатеринбурге. Апелкот от Файфела. Табити помахивается, попускает. Кажется, боксер присматривается так. Попадание от Табити. Бам-бам,
Нажмем. Держа вам лёд-то бейте. Нас пока что бейте плюс нугуют. Клинч. Может меняется боксёва? Хук. И пел вам только же Эндрю Тобите. Счет 10-9 в его пользу. That shows you right what you're talking about. He can't, he's chomping at the bit. He's chomping the headshot. Hook downstairs, get upstairs. Up and down, right? Come on. Keep circling. Don't stand in front of him. Вдоволь, нафиг, клаун. Посмел. Фальш поплечен гуют. Апел кот. Клинч. Сейчас мне кажется, что нокаута именно в моделировании у нас не будет. Но посмотрим. Попадает обитие. Посмел. Does he have to worry about trying to keep up this pace? I don't think so. Good looking right hand after he got hit. Keep your hands up. Teddy, early on here, you cannot stress enough how much good comes from going to the body. And you can't stress enough. Попадает это бить? Five four to chat. Put that change into the piggy bank. Because it's gonna add up. Well, body punches add up. What a great job! He gave one right back in return. Nice work by Bam Bam. Ну какой подай этого швана? He scored well after being hit himself. Да, это Витя. И клинч. Клинч. Очередной. Попадает Файфел. Тебе отвечает. Отсмен. Ну все-таки лаунджа Файфел. 19-19 у нас. Вот так вот. Enjoying sitting ringside because Teddy, I know you have some of your fine guests from the Dr. Theodore Atlas Charitable Foundation with us here tonight. And they're having a great night, and it's great to have them here. The thing that I want to say is thank you to all the people that help us, help many. They trust us. They allow us to be the middleman.
to give out the resources where they're needed. Thank you for mentioning Joe, and thank you to all the people that help us do what we do. Цель летит за валом, посмотрим, будет ли нокаут. Добить попадает. Еще одно попадание от Тобити. Илья спать вовремя, что-то посмотрел в момент. Apple Code. Да что Тобити идет в руку, хочет накаутировать Файфера. Клинч. Попадает по корпусу Тобити. Неплохо. Да, Стайфл очень неплохо посещает джебом своего оппонента. Попадание от Стайфла. Выматывают файфл своего оппонента. Это Витя пропускает. Попадает Витя сейчас. Оба помкнулись. Попадание спайфа по корпусу. Клинч. В блок пришел сюда. Попадание спайфа. То, что вам уже файфом, еще 29-28 в Ливерпуле уже. А у Ипсана шутили счет 29-28 в пользу Тобити, а у нас четвертый раунд. Смен. Попадает Файфел. По корпусу будет он. Клинч. Попадает Тобити. Файфел отвечает. По корпусу будет. И еще один удар. Немного разговариваюсь, извиняюсь.
Обычно голову долго. Покупает файфел. Жесткое попадание. Ушмен. Through round number 4. Сейчас файфл пока что дайвер там, клинч. Сначала-то бить удалил, сейчас файфл пытается добить, но сейчас добить снова пошел в атаку. Снова закрылся в блоке, выжидает. Попадает файфл. Файфл попал, это видите подключен. Идет добивать он его. Но первый нокдаун не случается. Куда это видите? Попадание с файфела. Все-таки выдавать что-то вам файфел, что-то лучше 9, чем в его пользу. Пятый раунд. Восьмён. Куда это бить? Попадает файфл. Добитие идет в боксировой, в ближний бой. Файфл выжидает. Уже капитан Файфл, это битв был подключен на долю секунды, но восстановился. Но неприятно, что ножки до него уже пощупываются. Here in round number 5, minute and a half to go. Хороший бокс показывает Руслан. Ты ведь неплохо начал, но сейчас-то успокоился. И даже был немножко ваш подключен уже. А у нее два. Но оба уже жадно глотают воздух. Попадание с файфла. Right.
Ножка попадания от Тагбите. Попадает Тагбите. На ваунчерке за файпером. Счет шовок 9, шовок 6 в левую пользу. Шестой раунд. Тобит идет в атаку. Файфел встречает его. Восьмен. Bam Bam's having a lot of success with that short poke on the inside, Kenny. How's he pulling that off? Oh, first of all, he's got his opponent dropping his right hand a little bit. He's finding a home. There's a wide open spot. For that, Файфер, это видишь, снова подключен. Файфер идет добивать. Снова неуспешно, походу, дело. Это видишь, встречается в клинче. Но очень сильно устал в Тобите. Но Файфер тоже подустал, попускает. Попадает Файфер. Держа под Тобите. Пухнул сейчас Тобите. Пытается выжидать он своего шанса. Ковш попадает сейчас. Восьмен. Попадает. Оба мимо. Какого живет Файфел? He's more like an elephant just camped out. And he's getting stung by a lot of bees right now for camping out. И шестой раунд уже файт, по-моему, счет 59-55 в его пользу. That is it! That's it! I need another round like that. Just like that, all right? Doing good. Okay,
Седьмой раунд. Осмен. Еще один осменчик. Куда это бить? Yeah, that's a good point, Joe. His enemy is not only the guy in front of him, but it's being that he's got such a lead. You know, his enemy is having such great success so far. Does it get him a little bit into a wall? He gets a little bit now, he can blow that first half of the fight when he's not so far. Ножку пленит, Повдает снова Табитя. Что ж, в этом раунде свои люди слушают неплохо. По кого пошел? Файтман включает. Клинч попытался делать убить, не получилось. Восьмён. The beast's making me real curious here, Teddy. I wonder, should he be sticking with this style after being rocked in this fight? Early enough, I would say yes. You know, you don't want to panic, you don't want to just throw everything overboard. You want to stay with what brought you here. Ещё один восьмён. Taught this not for hours, not for days, not for weeks. You know, months and years he's been taught this. You don't throw it out, you stay with it. Bam Bam scoring with one of the most effective punches there is, landing an uppercut on the inside. Well, it's the right punch for the right place. The hands up of his opponent, but there's an opening right up that middle, split the guard, and the punch is the uppercut. That's the ticket, and he's going with it. Don't know what to make. Какой тут файфа? Попадает обидя, файфа отвечает, усмел. Coming towards the end of the seventh round, 10 seconds to go. Он дал, но он пошел гонга, и седьмой раунд только за тебите. Счет 68-65 в пользу Файрфилла. У них же такой счет 68-65 в пользу Файфова, а у нас 8-й раунд. Ну, значит, что так это бить. Восьмён. Еще один восьмён. Попадаю того выше, а выходит Файфер. Апперкот. Восьмён. Тут
Well, that's fine, so to meet at the chat. Because he's going more and more headhunting, and the more he misses, the more frustrated he gets, the more tired he gets. He needs to make a change. Will that fire fill? Will that the beat him? I forgot the fire fill. Pull that fire fill to reach out the chat. Pull that fire fill. I forgot that the beat him. Snow on tilt. We'll mix up with each other. No, it's my mom's looking at the snows at the meter. Same special fight, though. Bam Bam's in control this fight, Teddy. Sometimes you can just look at it and see it as clear as day. He's ahead on scorecards. Yeah, I have ahead on my scorecard, too. But right now, he can't afford to coast because this guy is still dangerous. He has to still stay on the P's and Q's. Девятый раунд. Helped out there, he avoided that punch. He carries that punch intended for the head. И снова ведет бой к своей победе. Ну, мне пока что не к победе, но и не все перехватило. Ну, еще больше. Bam Bam's putting his punches together now. That's a nice combination. Takes one, gives one. The right hand scores well. Что ж, Файфер пока что давит. Попадание от Файфера. Добит отвечает. Куда нет, добейте по колпушу. That fire fill. Bam Bam's knowledge of the game is showing through. Three ways to defend, one of them is to block. He did it there well. Which man? Relax.
minutes remaining in this round. Вот дальше Файфом концовки. А девятый раунд все-таки за Файфом. Счет 87-84 в его пользу. Well, that's what happens when you have a good amateur background, where you're real calm. That's your office. You're able to see things. You don't see one way to hit a guy, not even two. You see four or five ways to hit a guy with the same punch. And he's showing that right now. Oh, this is a wipeout. You're winning this fight. Just keep doing what you're doing, and you got this. Just... Десятый раунд. Победитель идет вперед. Попадает. Сейчас Файфор попадает. Сейчас Файфор все-таки поддавливает своего оппонента. А вы куда-то добите? А вы смен? Попадает добите. Помахивает что-то Витя. Это славный бой, по идее. Но Файфер очень главное отсюда. Ему главное не пропустить. Gets rid of that effort. То, что ведь вылавливает боль потихоньку. Выдает Файфел. Ну, оба уже устали. Четкий лаунд за Файфом, еще 97-93 в левом полюжу. А он сейчас же еще 98-92 в пользу Файфа, а у нас 11 раунд. Наш Файфа прессингует. The trainer has to remind him one of those solemn moments when he opened up to him and he said, this is what I want to be. Well, guess what, son?
Вот. Файто. Ты видишь, что это лучше пока что? Пошел. Файтро. Жестко попадание на вторбите. Рушмен. The beast is blocking ability is doing well for him there. Halfway through this 11th round. And now we got him. Извините, что жила. Да, это видите? Еще уж. Или еще уж. His opponent wanted the body, he wouldn't give it to him. Was real. Was that FIFO? Was real. Was that FIFO? Фух, это видео. Апперкот от Файфова. Раунд за американцем, что шешет лифт хуже Файфова перед финальным раундом. Yeah, he is up by a lot. And the good news for him is he's up by a lot in his kind of fight. You know, it's going to pace, the kind of pace he wants and in the dimensions that he wants. Got this one. Last round, it's yours, okay? Keep your distance, keep your hands up. You got that? Okay, good. Take a deep breath. Alright, listen. Three, four, count. Final round. And this is the final round. 12 rounds going at you. And this is the final round. Round number 12 coming at you. Fine, because we're some good. Able to avoid that punch. Rasmian. Akalilich. Clinches when he gets to the inside. Bam Bam's defense is paying off now. Куда я спасил? Неплохо. Видео, то есть я очень устал, так что даже иногда путаюсь, кто из них кто. Восьмен. На раунде я давал все явно. Да, это видео. Рушмен. Oh,
Ну, хай вам на бой больше покажем, но с небольшим преимуществом ушла на Файлфилла. Восьмен. Вот, Файфел. Восьмен. Неплохо. And now he's acting like a fighter. Coming back with the right hand after getting scored upon. Took a shot, now he gets a left. Восьмен. Что же наше 12 файт, мы ждем лишения Шури. И победу одерживает Ошиван Файфел. Не слышал я, каким было лишение, единогласным или нет, сейчас узнаем. Да, решение было единогласным. Все дали Файфу. Первый 2, 16-10. А, третий 16-10. Первый 2 раунда отдали Табите. Четвертый по 4 Файфу 10-9. Пятый первый 2 Файфу даже 10-9. Шестого по 10 все Файфу. 11 отдали Табите все шули. И 12 Файфу. А, погодите, следующий я отдал второй раунд все-таки Файфел. Из-за этого все очень наше лечит там. Немного не посмотрел. Что ж, обратимся к статистике. Все шули отдали Тобити по 2 раунда. Сейчас посмотрим, так ли оно было на самом деле. Тобити попал 384 удара из 918. Файфел же 359 из 835. У Тобити 127 из 344 в голову и 257 из 554 в корпус. У его оппонента 158 из 409 в голову и 201 из 426 в корпус по раундам. Первый 34-32 Табити, второй 37-38 Файфел, третий 36-36. То есть и тому можно дать. Четвертый 31-39 Файфел, пятый 36-24 Табити, шестой 24-22 Табити, седьмой 30-27 Табити, восьмой 34-32 Табити. 9-й 25-27 Файлфилл, 10-й 33-28 Тобити, 11-й 28-25 Тобити и 12-й 28-29 Тобити. То есть либо эти судьи по удавам, либо Фэшнаша 12, либо 16-11 в пользу Тобити. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Дашко!